В первом стихе 8 главы о нем мы читаем. Это видение корзины со спелыми плодами. Now the point of the basket of summer fruit is that judgment is imminent. Смысл заключается вот в чем. What's imminent? It's near. Что наказание не только неотвратимо, но оно близко. When you see a basket of summer fruit that's ripe and ready to eat, you know you better eat it quick. Смотрите, когда вы видите корзину со спелыми плодами, вы понимаете, что если чуть-чуть подождать, то плоды пропадут, и нужно что-то делать быстро. Ну, например, быстро их съесть для того, чтобы они не пропали. And so when Amos sees this basket of fruit, поэтому когда Амос видит эту корзину со спелыми плодами, он говорит народу: the end of your national identity has come. Конец вам как народу близок. Nothing he had said by way of calling them to repentance had done any good. Он неоднократно призывал их к покаянию, но ничего из этого не вышло. And then it says, many will be the corpses in verse 3. В третьем стихе он говорит, много будет трупов. So there'll be lots of destruction, lots of death, but they will cast them out in silence. На всяком месте будут бросать их молча. In other words, there'll be so many bodies, they'll just be throwing the bodies who have died out into the street. Разрушение, истребление будет настолько масштабным, да, что будет много трупов, и уже бросать их будут просто молча. And normally you would weep and wail. Обычно, если происходит смерть, происходит разрушение, люди рыдают, люди плачут, люди выражают там свое горе, свою печаль. In hopes that somebody would come to your aid. Или когда тебе очень плохо, ты надеешься, что кто-то придет и поможет тебе. But the weeping and wailing won't do any good, so there's silence. Но стенания и плач уже не помогут, и поэтому трупы выбрасывают молча. Да. Вот тут четвертый стих, да, вы слушаете, это алчущие поглотить бедных и погубить нищих. Но при этом же бедствие, которое терпел израильский народ, страдали же и нищие, и алчущие. In verse 4, there is an emphasis on rich people, but even the poor people suffered. Yes. And that is always such a sadness. There's always collateral damage whenever there's sin. И это всегда очень печально, потому что если грядет какое-то наказание на народ, то получается, что страдают и те, и другие в любом случае. Now, what you notice in verses 4 and 5, actually 4, 5, and 6, it's just one more example of the injustice of the people. В 4, 5 и 6 стихах дается еще один пример несправедливости по отношению к людям. And that injustice consists of not taking the Sabbath seriously. Еще одна несправедливость по отношению к народу. Ну, в принципе, да, то, что практиковали в то время евреи. Это неуважительное отношение к субботе, пренебрежение субботой. Yeah, so there's no selling or buying on the Sabbath, right? Прошу прощения. But let's hope that the Sabbath gets over as quickly as possible so we can get back on with the business of buying and selling. Не то чтобы пренебрежение субботы, а субботу исполняли люди, но вместе с тем они были настолько вовлечены вот в эту торговлю, настолько у них было огромное желание покупать и продавать и приумножать свои богатства, что они всем сердцем желали, чтобы суббота формально побыстрее прошла, чтобы вернуться к своей торговле. More concerned with commerce than with worship. Другими словами, коммерция, торговля волновала их больше, чем поклонение. And then they make the bushel smaller and the shekel bigger. Where is it? Verse 5. И дальше в пятом стихе говорится, чтобы уменьшить меру, увеличить цену сикля и обманывать неверными весами. So they're cheating. They're making the scales weighted dishonestly. Они обманывали неверными весами. Другими словами, обманывали покупателей. And God says in verse 7 of chapter 8. И в седьмом стихе 8 главы Бог говорит: I will never forget your deeds. Поистине вовеки не забуду ни одного из дел их.
This is God saying that judgment is now inevitable. Итак, Бог говорит опять-таки, что наказание неотвратимо. There's going to be a quaking, a shaking. Земля поколеблется. The Nile River in Egypt ebbs and flows and it rises and falls. Взволнуется река и будут подниматься и опускаться, как река египетская. And so there will be a shaking in Israel. То есть будет вот это колебание в Израиле. Uses the imagery of an eclipse and lamentations at festivals. In verse 9. В девятом стихе записано, и будет в тот день, говорит Бог, произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня. And it will all be a time of mourning. Festivals will be a time of mourning. И праздники ваши обращу в сетование. And one final judgment. И еще одно осуждение. To this point, all the sufferings we've seen are of a physical, material nature. До сих пор все страдания, о котором говорили, имели такую физическую природу, материальную. Until we come to verse 11. Пока мы не доходим до 11 стиха. And now there's going to be a famine for the word of God. В 11 стихе речь идет о голоде, но теперь уже не о физическом голоде, а о голоде по Слову Божьему. Picture a situation where men and women are hungry for scripture. Представьте себе ситуацию, когда люди алчут Слово Божье. They want to hear God's word. Они хотят услышать, что в нем написано. But it's nowhere to be found. Но найти его уже невозможно, его нет. This is the time that God is going to remove his hand from the people of Israel. Это то время, когда Бог отторгнет руку свою от народа израильского. Can we think of anything more tragic than this? Может ли быть что-то более трагичное, чем такая ситуация? A time when you or I or our children long to hear God's word. Время, когда мы с вами, наши дети, захотят отчаянно услышать Слово Божие. And it's just not available. А Слова Божьего нет. And it's not a famine for food. И мы уже жаждем, но жаждем не пищи. It's a famine for God. Но жаждем Слова Божьего. Оно было такое время, 400 лет молчания. 400 years that people didn't have access to. Yes, it's 400 years of Egypt. And there have been periods in world history as well when God's people have not had access to Scripture. Но с другой стороны, и в истории человечества были такие периоды, когда чадом Божиим не было возможности читать Слово Божие. And that is the curse that is going to come against Israel. Это то самое проклятие, которое Бог насылает на Израиль. God says, "You don't want to hear what I have to say?" Бог говорит, что не хотите слушать слова мои. Okay, fine. Ну и прекрасно. I'll speak no more. Говорить я больше не буду. And according to Romans chapter 1, that is the pouring out of the wrath of God. И согласно первой главе послания к римлянам, это и есть излитие гнева Божия. When he simply allows us to go our own direction. Когда он просто позволяет нам идти в том направлении, которое мы сами выбираем. Вот, как не слышь, скажет, жажду послушания слов Господних. То есть, все же, вот, даже если взять 400 лет молчания, у них же были рукописи, там, пятикнижие, то есть, Well, when we talk about the silence, they still had access to the manuscripts, say of the Torah or something that they could still read, or was it complete silence when they didn't have access to the Word of God at all? What he's talking about, I think, is the time of the captivity when they'll be taken away to Assyria. Мне кажется, здесь он говорит о времени пленения, когда народ Божий уведут в Ассирию. And there won't be any access to scripture at all. They won't be taking the Torah with them. Они тогда у них не будет совершенно никакого доступа к Слову Божию, потому что Тору с собой они не возьмут. They won't be allowed. Потому что им просто не разрешат. And God will not be raising up prophets when they're there. И пророка в это время тоже не будет. В данном случае получается молчание. So, behind any nation's fall into moral depravity, прежде чем любой народ растлевается нравственно, is first a fall into religious depravity.
происходит духовный упадок. It starts when we turn away from the Lord. Сначала мы отступаем от Бога, потом мы начинаем. So the course to follow, if we want to see moral improvement, is to return to the Lord. А потом мы начинаем вести себя крайне безнравственно. Следовательно, наоборот, если мы в обществе видим нравственный упадок, нужно возвращаться к Богу. It is very tempting to want to preach morality to a culture that is far from God. Часто возникает искушение проповедовать о чем-то высоконравственном людям, которые отпали от Бога. But first we must preach return to the Lord. Но сначала мы должны с вами проповедовать так: обратитесь к Господу, возвратитесь к Господу. So part of God's judgment against Israel is material cursing, famine and hunger. Часть проклятия, которое Бог насылает на свой народ, это материальное проклятие, это голод. And another piece of it is spiritual famine. А другой аспект этого проклятия — это духовный голод. And the loss of access to God's word. И потеря доступа к Слову Божьему. Поддержите ТВ-семинарий молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. All right, now the final vision. И теперь последнее видение. Chapter 9. Девятая глава. And this is a vision of the destruction of the temple. Это видение о разрушении храма. Now this is not the temple of Jerusalem. This is the temple in Bethel. Мы сейчас говорим о жертвеннике не в Иерусалиме, а о жертвеннике в Вифиле. And it is a picture of total destruction. Это картина полного разрушения. The capitals of the thresholds, that's the top part of the column, will shake and fall down. Ударь в притолоку над воротами, чтобы потряслись косяки. The thresholds of the doorway will also tremble. So it's top to bottom shaking. You mean the first verse, right? Yes, first. Yes. А я обрушу их на головы всех их остальных жизней, я поражу мечом и так далее. То есть смотрите, все эти опоры, которые есть, да, они все будут потрясены и сокрушены. Таким образом, здесь рисуется образ полного разрушения. And then Amos gives hypothetical possibilities of escape. Здесь Амос дает гипотетические возможности избежания. If you look at verse 2, he suggests some might try to dig their way down to Sheol to escape. Обратите внимание на второй стих. Кто-то пытается зарыться в преисподнюю. Won't be able to dig far enough to escape this judgment. Как бы зарыться, прорыть, может быть, там какой-то ход, да, для того, чтобы избежать наказания. Но Бог говорит: нет, и там я их найду. Others will try to climb high mountains and escape to heaven. А другие пытаются скрыться на вершине Кармила, на вершине какой-то высокой горы. God will bring them down. Он говорит: и там отыщу и возьму. And destroy them from there. Some will try to escape to Mount Carmel. Вот здесь как раз в третьем стихе, хотя бы скрылись они на вершине Кармила. And Carmel was this, again, we've seen Carmel, it's a beautiful mountain. Опять-таки Кармил, прекрасная, красивая. Heavily forested, a thousand caves. Очень много там пещер, красивая растительность. You'll not be able to escape by going to Carmel. Но и там я вас найду, говорит Господь. Some will try to... This is, of course, a joke. They'll try to conceal themselves on the floor of the sea. Ну, это, конечно, такая своего рода шутка, но кто-то попытается скрыться на дне моря. God will bring them up from the sea. Бог говорит: ну и там я их найду. Не сбегут наказания. And even those who think that they will escape the sword by going away into judgment and captivity. И если пойдут в плен впереди врагов своих. God will destroy them in captivity. Бог говорит: все равно я погублю их. Now this passage may remind you of a certain psalm. Does it remind you of any of the psalms? Скажите, пожалуйста, вот этот отрывок напоминает вам какой-нибудь псалом? И если напоминает, вызывает в памяти какой-то псалом? Если вызывает, то какой? Psalm 139. Yes, yeah. Which is a great comfort to us. Который служит для нас большим утешением. Yeah. No matter where I go, God is with me. Неважно, куда бы я ни пошел, Бог всегда со мной. But this is, no matter where I am, God's gonna get me. Здесь немножечко другая мысль. Куда бы я ни пытался сокрыться, Бог все равно найдет меня и вернет меня. And judgment will find
all the Jews of Israel. И наказание найдет любого представителя народа израильского. The omnipotent God in verses 5 and 6. В шестом стихе рисуется образ всемогущего Бога. Here he's just highlighting the power of God over nature. Здесь подчеркивается могущество Бога над природой. All God has to do is just touch the earth and it'll be dissolved. Все, что Богу достаточно, просто коснуться земли, она растворится. And he says to Israel, look, I've done great and mighty things for you. И он говорит народу израильскому, посмотри, сколько я для тебя всего совершил. I brought you up from Egypt. Я вывел тебя из Египта. But then he mentions, but then I brought the Ethiopians from Arabia to Africa. А потом он говорит, а потом я, is it verse 7? Yeah, but it doesn't actually say that. Вывел из Ефиоплян, да, из Аравии в Африку. And he brought other nations from place to place. Другими словами, и другие народы я переселил с одного места в другое место. We don't often think of this, but God is the one who orchestrates the migrations of people. Нам не часто, наверное, это приходит в голову, но именно Бог управляет миграциями народа. And Israel, who has been disobedient from the very beginning, Израиль, который с самого начала выражал непослушание Богу, will now undertake a final migration to the land of Assyria. Теперь ему предстоит перейти в землю ассирийскую. There will be a remnant. He says, not a kernel will fall to the ground. A good kernel. Опять-таки будет остаток. Where is it? Verse 10. В 10 стихе. От меча умрут все грешники. И вот я повелю и рассыплю дом Израиля по всем народам, как рассыпают зерна в решете, и ни одно не падет на землю. And then, speaking of the remnant at the very end, и теперь говоря об остатке в самом конце, Amos promises that God will raise up the fallen booth of David, the house of David. Амос обещает, тот день я восстановлю скинию Давидову падшую. And this is the house from which the Messiah will come. Это тот самый дом, откуда выйдет Мессия. So there will be a day of glory for the people of Israel. То есть будет день славный для народа израильского. And you got this wonderful vision at the very end, verse 13-15. И в самом конце, с 13 по 15 стих, мы читаем еще в одном великом видении. Of great reaping and great sowing. Где даются образы сеятеля. The Davidic dynasty will be restored. Династия Давида будет восстановлена. Israel will be supreme over all the nations. Израиль будет иметь преимущество перед всеми народами. All the nations will be converted. Все народы обратятся. There'll be fruitfulness. Будет плодовитость, плодородность. And then Israel will permanently settle in her land after she returns from captivity. И после пленения Израиль вернется на свою землю и осядет там. Now that is the end of the fifth vision. Вот на этом заканчивается пятое видение. And that is the end of an overview study of the book of Amos. И на этом с вами мы завершаем обзорное исследование книги пророка Амоса. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.